Украшениями столовой комнаты Музея городского быта являются буфет и горка. Сведения, где изготовлена была эта добротная мебель, неизвестны. Есть только предположение, что в Симбирске в мастерской столяра Александра Алквиста. Во второй половине XIX века его мастерская находилась на территории усадьбы священнослужителя Иоанна Анакосогорова, где сейчас расположен музей. Интересно, что слово «буфет» с французского переводится как «нарядный, щегольской, блестящий, праздничный стол». Считается, что именно французы впервые задумались о том, что для хранения дорогостоящей посуды требуется особый предмет мебели. Вместительное изобретение обязательно имело запоры. Но в отличие от обычного шкафа, буфет имел особую конструкцию, которая подразумевала наличие специальной рабочей зоны. Чаще всего она выглядела как внешняя полка. На ней можно было заваривать чай или поставить извлеченные из полок предметы сервиза. В столовой комнате напротив буфета стоит горка. Она отличается от буфета тем, что три ее стороны с застекленными дверцами. Как правило, такой шкаф был предназначен для хранения и демонстрации высокохудожественной посуды. Название «горка» произошло от того, что посуду там хранили горкой. Тарелки и чашки складывались друг на друга. Здесь была самая лучшая фарфоровая и фаянсовая посуда в доме для лучшего обзора на показ.